И всем я поиграл в мои квадраточки. Сегодня мы снова возвращаемся в Underground для того, чтобы ощутить очередной драйв от Need for Speed Underground. Кто не смотрел предыдущее видео по Need for Speed Underground, я рассказал про историю моего знакомства с этой игрой, хотя бы чуть-чуть вкратце. Спасибо тем, кто посмотрел предыдущее видео. Понемножку они набирают просмотры, лайки, и хотелось бы больше комментариев от вас. Легендарную машину тюнили, стайлили, это была Mazda Miata. Посмотрите предыдущий ролик и добро пожаловать в новый, где мы тюним Honda Civic в белом цвете. Ай-яй-яй-яй-яй. О, еще надписи VTEC. Посмотри, какие красивые. Да, она как бы и по стандарту выглядит неплохо. К сожалению, не силен я в знаниях того, что происходит под мотором автомобиля, под капотом автомобиля. Меня гораздо больше интересует внешка. Будет максимально протюнена, потому что полностью пройдена карьера в игре. Без нитроса никуда. Закись азота ставим. Вот так вот. О, у нас какие-то суппорта интересные теперь стали. Зелененькие. Установлено, все. Показалось, что я пропустил. Ну давайте к визуализации перейдем. Ай-яй-яй-яй-яй, как хорошо-то. Блин. Отлично. Так, так, ух, тоже интересно. Классно, кстати, похож на ее стандарт. Но у нее стандартный такой, типа, синенький. Такой, наверное. Черный прямо просится. Ух, салатовый хорош. Блин, ну может все-таки не к этой тачке. И мне нравится на ней более спокойные цвета. Прямо нравится мне на ней, как белый смотрится. Ну давайте белый. Ай, какое все страшное. Попробуем пока рейдж. Вот надо выбрать заднюю. И юпочку. Может быть вот эту. Потом спойлером обыграть. Это прямо мне не нравится. Сток вот так выглядит. Блин, сток даже лучше выглядит, чем то, что мне предложено игрой. Вот этот бы, в принципе. Давай вот этот. Ничего, мы сейчас еще обыграем. Мини-черновой вариант у нас вырисовывается. Вот такая у нас попа. Вот такой у нас бачок, который мне очень нравится. Ну и передок довольно-таки выглядит симпатично. Может быть, мы немножечко затеним этот белый цвет. А вот так уже куда поинтереснее, посолиднее. Не так эти обвесы все выделяются. И уже как-то попривычнее смотрится. Гораздо, как по мне, солиднее теперь стало выглядеть. Ну-ка, серый попробуем. Блин, а серый более такой нарядный. Тоже, кстати, смотрится машина солидно. Она как серая мышка. Серый. Может быть, серую незаметную мышку сделаем. Бордовый тоже хорош, но все они какие-то вычурные. Ой-я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 й. Давайте вот этот поставим. Была не была. Речь идет теперь об дисках, потому что диски как раз на нее такие просились. Новенькие. Ай-яй-яй, хорошо, BBS хорошо смотрятся. Такая прям карета, карета. Прямо сложность-то какая, блин, выбрать, казалось бы, диски. Вот эти мне цветы почему-то сюда, кажется, подойдут хорошо. И выберем неончик под нее и идем в самый конец, где есть самые насыщенные, самые мигающие цвета. Приятно-то как. Опять розовый просится, опять просится розовый. Желтый пойдет, желтый сейчас сюда пойдет. Отлично. И теперь самое интересное. Мне, между прочим, и стандартные фары нравятся. Ну, давайте попробуем стайлинг. Подходит. Ты посмотри, какой сразу взгляд.
Этот молодит вольтаж, хорошо, фары. Dark Black установлен у нас на... как основной цвет стекла. А черный так как классно смотрится. Но бывает черный с блеском. Вот так, типа. А я суппорта интересно еще выглядывает. Суппорта, кстати, надо ж тебе по стандарту подошли так интересно зеленые. С ними они помогают работать с дисками, с оттенком. А может вот такой кислотно-зеленый. Ай, хорошо. Все. Я хочу немножечко спорта, но сдержанности во внешке машины. Он, да, выглядит Civic вот так на данный момент. Я не знаю, но мне нравится этот капот. По мне он прикольно смотрится с этого ракурса. Вообще неплохо. Неплохо. Работаем над внешкой дальше. И у нас виниловые наклейки на корпусец. Интересно, вот такая вот композишн. Ой, вот так хорошо. Это все-таки японская машина, и нам надо бы что-то с ней сделать интересное. Ой, как классно. Ух ты, интересно. Причем сочетание цветов тех, которых я хотел. Блин, как же мы со сдержанной тачки перепрыгнули вот на вот такое. Блин. Классно. Интересно. Прямо машина совсем другой становится. Под этот серый замутить. И получается, что у нас дань мы отдаем старому доброму стилю винила. Блин, хочется очень установить, так как суппорта зеленые, установить вот это вот последний слой зеленым. Все, ладно, будет это. Все, отлично, ребята. Вот так может быть. Но тоже уже не Civic. Мне не нравится, что нет объема у этих фар. Бляха-муха. А вот эти классно смотрятся, но... не знаю. Стандарт прям мне нравится. Ладно. Composition готов. Оцените лайком. Теперь самое интересное — проверить эту машину в драг режиме. Драг рейсинг. Погнали. Оппоненты скилл медиум, трафик минимум, ацепт. И играем, пацаны, с помощью геймпуда DualSense 5. А каждый раз приходится переделывать настройки, почему-то они сбиваются. Это что-то легко. Ух, вот эта скорость. Ой, первый заезд, победа. Как-то легко дался. Я прям даже не понял, как это произошло. Ничего себе, мы пули сделали. 26.92. Давай. Есть. Третья есть. Пятая слишком рано. Нервничаем. Нет! Пропустил дурачка. Есть! Ух! Вот это заезд уже поинтереснее. Есть. Хайгвей. Давайте выбираем хайгвей. Поехали. Need for Speed Underground, мафакасы.
Если любите эту игру, напишите свой комментарий обязательно. Давайте посмотрим на нашу красавицу. Ну так-то она ничего, блин. Ну почему они все блестят, а я нет? Есть! Есть эти... Ох, это прямо в городе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, очень плохо переключился. Ай-яй-яй, рискуем мотор взорвать. Давайте очередной старт. Да что мне стартануть не получается на ней, а? Ух, перенервничал при стайлинге. Ну, в этот раз должно повезти, но... Ну давай, я хотя бы держусь рядом с первым. Ай, перегазовка. Как он так удирает вперед, а? Блин, сложно. Я прямо не чувствую, не чувствую на геймпаде, не чувствую. Давай, давай. Еп. Да как так-то? Вообще плохо, вообще все плохо. Вообще просто, но уже пятая передача, я никак догнать их не могу. Да. А, у него вторая короткая передача очень, я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что это у нее за, блин, непонятно, как она переключается. Они что, на шестую-то стартуют все? Вообще плохо. 24-69. Есть. Есть, нет. Ух, блин. Не угнаться за гаденышем. Да ты шо, да ты шо. Да ты шо. А и на третьей перегазовка была. Есть четвертая. Блин, вот это... Пошла мышка. Есть третья. Есть. Четвертая, пятая пошла. Да как же за ним угнаться, блин? Может, мы хоть на шестой его сделаем? Нет. Нет, нифига. Ну давай, давай, под концовочку. Давай, давай, давай. Давай, Миша, давай. Миша, давай! Есть! Есть! Есть четвертый! Пятая есть! Пошел, пошел, пошел. Есть шестая, пошел. Пошла, родная, пошла, мыша. Давай, жми на всю. Хоть бы... Ух, 23-72, ничего себе. Ух. Ну хоть под конец, 23-72. Блин, сложная какая-то тачка попалась.
Honda Civic — мое почтение. Тем не менее, за внешку поставьте лайк, напишите комментарий. Пацаны, рад был погонять для вас на Honda Civic, естественно. Увидимся в очередном новом видео с новым каким-нибудь интересным тюнингом, сталингом тачки. Как видите, уже появился даже винильчик у нас на машине. Можно было дольше бы посидеть, но все-таки над этим. Можно вообще тачку перекрасить по-другому. Но красил-то я. Оценивать вам. Надеюсь, вам понравилась машина и понравился видос. Всем и поиграл. Как говорится, играйте в Need for Speed Underground.